Сегодня в Коха Дейли скидки, скидки и еще раз скидки. Wargaming остался без ведущего геймдизайнера, а GTA Online предлагает отблагодарить всех, устроив мясорубку. У микрофона Джонни Кола. Пожалуй, главная новость вчерашнего дня — это преждевременная «Черная пятница», которая прокатилась по крупным сервисам цифровой дистрибуции видеоигр. Рекомендовать что-то в Steam я не возьмусь, у тебя и так наверняка составлен список желаемого, и ты уже сам прекрасно знаешь, есть на это скидка или нет. Скажу только, что GTA 5 отдают за 1000 рублей, а другие части серии со скидкой в 70%. В GOG прямо на главный, Inside за 319 рублей, Shadow Warrior 2 за 529, а также от 129 до 229 за каждую из частей Сталкера. Но это я так, если у тебя вдруг еще нет его в коллекции. Если порыться, можно найти много всего интересного. Origin тоже не захотел оставаться в стороне и понизил цену на Battlefield 1, можно взять за 1200, FIFA 17 за 1000 и Star Wars Battlefront за 600 рублей. Titanfall 2 за полцены все еще в наличии. Blizzard присоединились ко всеобщему аттракциону невиданной щедрости и раздают последнее дополнение к StarCraft 2 за 1000 рублей, а Wings of Liberty и Heart of the Swarm за 500. Помимо этого, скидки до 87% на внутриигровые покупки в Heroes of the Storm, ну и да, World of Warcraft за 379 рублей, хотя я не знаю, у кого его еще нет. Разработчики GTA Online решили порадовать игроков на День Благодарения массовыми расстрелами. Новый соревновательный режим «Квота на убийство» представляет собой резню с постепенно повышающимся уровнем сложности. Задача каждой команды — за отведенное время уничтожить как можно больше противников. В последнем раунде так и вообще придется помахать кулаками, вынося гадов с одного удара. Крис Тейлор покидает Wargaming. Больше 3 лет он представлял компанию в Сиэтле, но теперь решил попрощаться с ней и заняться разработкой инди-проектов. Учитывая, что до этого он отметился такими играми, как Total Annihilation и Dungeon Siege, хочется верить, что у него все получится. Поклонники «Ходячих мертвецов» от Telltale с самого сентября ждали ноябрьского релиза нового сезона, однако подождать придется еще немного. Трейлер мы увидим совсем скоро на The Game Awards, а первый эпизод будет доступен в цифровом виде уже 20 декабря. Blizzard, кажется, обиделись на игроков Overwatch за то, что они так не любят Симметру. В итоге из ситуативного персонажа она превратится в полноценного бойца поддержки. Теперь помимо телепорта она может поставить генератор щита, который защитит сопартийцев в большом радиусе и даже через препятствия, а также все 6 турелей с самого начала игры. Это далеко не полный список нововведений, больше подробностей у нас на сайте. На сегодня это все. Чем запомнится этот день, расскажу завтра, следи за новостями на сайте goha.ru.